Киеве на перекрестке Жмеринской и Чаадаева с самого утра было спокойно. Пока тут не встретились Форд и Рено, машины столкнулись на такой скорости, что это столкновение можно было бы перепутать со сценой из боевика. По Жмеринской главной дороге ехал белый пикап Рено. Очутившись на перекрестке с Чаадаева, он не сбавил ходу, ведь его должны были пропускать. Но не пропустили. В это же время по второстепенной двигался Форд. Его водитель знак «Уступи дорогу» либо не заметил, либо же просто проигнорировал, предполагает владелец Рено. Я смотрел прямо. Удар пришелся как раз на задок, на заднюю дверь боковую. Сказать, что удар был сильным, ничего не сказать. От него пикап просто кубарем покатился по асфальту. Остановка была не самой удачной. Автомобиль, словно снаряд, влетел в такой же самый Рено, припаркованный у обочины. Понесло, на бочине уже прокатился. В соседней, такой же Кенга. Пострадавших, к счастью, не было. Медикам, примчавшимся на место происшествия на карете скорой помощи, работы не нашлось. Даже шофер перевернувшегося Рено отделался только небольшими царапинами. Можно сказать, повезло и водителю другого, синего Рено, который как раз успел сесть в свое авто. Сел за руль. Сел за руль. Заводить тут слышу, как будто удар. Я в зеркало, и машина на меня летит. Пригнулся, удар. Все. Если б я тут стоял, мне бы глина, как говорят, была. Удар, все. Да, чтобы я тут стоял, тут мне была бы глина, как говорят. Белый Рено, скорее всего, в ближайшее время никуда ехать не сможет. Тем более с места дорожно-транспортного происшествия. Его оттуда водитель самостоятельно вывести точно бы не смог. Без специальной техники не обойтись. Если вы сломались или, не дай бог, попали в аварию и не можете сами продолжить путь, обращайтесь на горячую линию Магнолии ТВ. Набирайте с мобильного короткий номер 221, и наши операторы помогут вам вызвать эвакуатор в любую точку Украины. Также по этому номеру можно получить дельный совет от автоадвоката, если вы попали в спорную ситуацию на дороге и не знаете, как правильно поступить. Кто виноват в этом ДТП, предстоит выяснить правоохранителям. По предварительной информации, неправ рулевой Форда, который влетел в Рено. Но кто бы ни был виновен, счастье, что в таком жутком столкновении никто не пострадал. Больше видео с места ДТП вы найдете на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.